10 мая 2020 года, Лебедин, Сумская область, Украина. Едем искать улицу Мира. Карта Google подсказывает, что эта улица находится за железной дорогой в районе так называемой сельхозтехники. Сейчас посмотрим. С левой стороны бывший завод поршневых колец. Окна выбиты. Все развалено, разрушено, завода уже не видно. Так. Завод существовал несколько десятилетий. Потом он стал никому не нужен. Да, территория вся развалена. Абсолютно. Железная дорога тупиковая в Лебедине. Сейчас мы через нее проедем. Тут поезда редко ходят. Поэтому можно, в принципе, не бояться. И вот тут слева должна быть улица Мира. Чуть на нее попадем. Район называется Сельхозтехника. Тут это было такое предприятие. Брусчатка. Со времен войны, наверное, еще осталось. Да, улица Мира. Сейчас проедем, посмотрим. Зрители, видимо, здесь жили когда-то. Захотели увидеть ее, какая она сейчас, как она выглядит. Собаки лают. Велосипедисты ездят. Ну что, дорога, грунтовка. Большинство в Лебедине. Ехать по ней, в принципе, можно, потому что утрамбована. Да. Тихая улочка. Обычные дома, характерные для Лебедина, обычные заборы. Деревянные, бетонные заборчики. Дома, дерево, такие небогатые. Машины стоят в дворах, около дворов. Спутниковая антенна людей. Хотя по спутнику сейчас ничего не посмотришь. Каналы заблокированы, основные украинские. Российские смотрят. Там не заблокировано. Все, закончилась улица Мира. Она не длинная. Куда-то мы выехали.
А куда выехали, непонятно. Что будем искать?